Иди потренируйся тогда хоть на том столе. Время просто шипит. Орел. Сейчас разбивай. Пожалуйста. Хочешь, я первого разобью? Америку, да. Я дам. Лупану. Поехали. Бывает много. Чай можно заказать? Куда ты катишься, стой? Алексей, можно позвонить, если это не сложно, Алексею, узнать, через сколько он будет. Если он будет, то стол держим, если не будет, я его выключу. Время, деньги. Ой, Алексей.
Не тот. Который вот так стоит. Этот офицер? Он офицер? Да нет, у него стойка офицерства. Военный. Спасибо. Ну. Алексей, привет, а ты когда будешь? Ага, все, тогда стол не закрываем, ждем тебя. Я его в Борису в прошлый раз говорил, я не собирался идти, потому что Америка это... А знаешь, в Америку как-то более расслабляешься, играешь спокойно. В московскую надо думать, в шахматы играть. А то есть в Америку думать не надо? Ну не так сильно, как в московскую. Что ты? Любой шахмат, любой шахмат. Ну, пропихивать прямо туда, в лук. Так, ну, один человек в шкаф, да? Да-да-да. А второй? Я так понимаю, выигрываете. Ну куда ты крутишься? Здесь он, блядь. Вот так? Вообще. Игорь сегодня раньше уйдет, поэтому с ним максимальное количество пар. Игорь, окей. Первый тур. Второй.
Здорово.
Слушай, я что-то... Вообще? Нет, пока время. Не надо меня сравнивать с тем, у кого больше всего дураков падает. А это с кем? За партию и меньше, чем у средних. Ну...
Да ладно, не тянется, нормально не тянется. Еще и перетянешь. Да попей чайку, посиди, чё? Так я пью, да. Это надо играть, покер, пакет надо. Скотина ты круглая. Еще кстати, одна. С праздником. Спасибо. Здоровья. Давай, в угол дай. Тебе надо чай с сахаром, тебе надо кровь пробивать. Ну вот я и пью. Аспиринчик еще. Чай в организм не обманешь. Вот видишь, я же перетянул. Почти голоден. Нет, я в угол его. Ой, серединочка. Ушла. Может тебе шоколадку дать? Не-не-не, Борь, спасибо. Я вам с сахаром чай не заказал. Это нормально все. Так, да. Сказал, папа, не знаю.